Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Ну что же, рынок ведет себя непонятно, то падает, то растет, то вновь падает, да и непонятно, куда он и пойдет. Может быть, сейчас у нас будет затяжной там боковик, а может быть, мы сейчас полетим опять вниз, может быть, вверх. Этого никто не знает. Но даже в такие моменты нужно находить хороший проект, и мне кажется, я его нашел, да, то есть он мне понравился. Сегодня я про него вам расскажу, занесу в него две BNB-шки и покажу, как заработать на их токене. Поэтому давайте перейдем на их сайт и познакомимся с проектом более подробно. Ну что же, вот мы с вами на сайте проекта www.genutrading.com. Ссылочку я оставлю обязательно в описании, также оставлю ссылку на их социальные сети. Это Telegram, Twitter и так далее. Будут какие-то вопросы по данному проекту, вы сможете позадавать их в их группе Telegram. Итак, первым делом мы с вами пробежимся по сайту данного проекта, познакомимся с ним более подробно. Ну а далее я покажу, где приобрести их токены, а также покажу, как застейкать и зарабатывать на их токене. Итак, Genion – это революция инвестиций, фарминга и так далее. Да, то есть Genion Trading обеспечит растущую ценность благодаря именно стратегическим инвестициям, которые пойдут на благо всех владельцев. Да, то есть на благо всех владельцев именно их токена. Genion – одно из самых быстро растущих и прибыльных сообществ среди StockVids, да, то есть Telegram, Discord и других. Они стремятся как бы обеспечить устойчивую ценность, поддерживаемую сообществом. Да? То есть здесь у нас вы можете ознакомиться с их white paper, да, то есть white paper небольшой, да, здесь у нас, ну это точнее light paper, да, здесь можно все у нас посмотреть и так далее. И как мы видим, у нас в будущем добавится здесь еще различная информация. Да, то есть здесь мы видим миссию проекта, да, то есть их видение, да, проекта. С этим вы можете также ознакомиться. Как это у нас работает, да, то есть вознаграждение, ну, об этом я вам расскажу и также покажу. Вот у них будет такое вот приложение, да, которым можно будет пользоваться. Здесь можно будет вложить свои токены, также, как я вижу, IDO будет сфера и так далее, да, то есть много всего будет. Здесь у нас по токену информация, да, токеномика, как мы видим, да, на маркетинг 45%, операционная 10% операции, ну и ликвидность у нас 15%. Ну а также казначейство 35%. Вот так у нас получается такая токеномика, и здесь у нас имеется, получается, налог на каждую продажу, да, это у нас 15% на покупку и продажу, точнее. И, соответственно, когда будем покупать, необходимо будет поставить, ну, минимум 15%, лучше 16%, да, чтобы приобрести на том же PancakeSwap. Здесь у нас команда проекта, ну и вот как раз-таки, как распределены все токены, да, то есть 40% сгорает, да, самая большая часть, 6% казначейство, ликвидность 10%, там различные партнеры, получается 6%, токен сейл было выделено 18%, фаундерам 7,5%. Стейкинг здесь 6%, об этом мы сейчас поговорим. Ну и партнеры также получают у нас 6%. С Light Paper ознакомьтесь обязательно, да. Ну и на сайте у нас имеется информация, с которой можно ознакомиться, да, то есть что здесь у нас есть и так далее, да. То есть здесь, допустим, прибыль, опубликует результат, создав пространство для обучения и повышения своего сообщества посредством прозрачной документации, распределения и казначейства. Ну и, конечно, заработок, да, то есть все это здесь есть, по сайту долго лазить с вами не будем. Давайте уже посмотрим, как можно заработать. Да? То есть здесь у нас имеется кнопочка «Панель управления ставками», и мы давайте перейдем на нее. Теперь нам необходимо подключить свой кошелек. Я буду подключать кошелек MetaMask, и сеть у нас получается Binance Smart Chain. Да? То есть данный проект у нас работает на Binance Smart Chain, их токен у нас торгуется на PancakeSwap, ну и, соответственно, нам необходимо MetaMask на этой сети. Итак, мы нажимаем «Подключить кошелек» и, соответственно, коннектимся уже непосредственно на их платформу, где мы и будем стейкать токен. Да, то есть здесь у нас можно заработать, да, то есть регистрация, взнос 6,5,
получается, да, 1000 токенов, комиссия за ставку 0,5%, комиссия за снятие с учета 1,5%. Минимальная ставка получается 45 тысяч токенов, да, то есть, ну, минимальная ставка, как мы видим, да, такая. И чтобы минимум сюда закинуть, это надо 51 500, да, с учетом всех комиссий и так далее, да, то есть 15,8% от общего предложения сейчас здесь у нас находится. Что же по цене? Данный токен уже имеется на CoinMarketCap, да, то есть можно его отслеживать здесь. Вот у нас цена такая 0,00068, да, то есть если мы посмотрим на где он торгуется, да, соответственно, это у нас PancakeSwap. Ну, мне на CoinMarketCap не так удобно все это дело смотреть. Я люблю на покойне щиточки такие просматривать, да, то есть со старта был хороший рост, как мы видим. Соответственно, ну, помпанули со старта, а потом цена у нас устаканилась и в одном диапазоне приблизительно шла, да, то есть, ну, прыгает, как мы видим, там и до 0,003 падала, да, потом у нас иксано, еще пару иксов дала. Ну и сейчас у нас также отрастает, да, если мы посмотрим здесь, то вот как раз таки у нас было падение, да, все продавали, ну а сейчас у нас все покупают после этого самого падения, и вот как раз таки у нас начинает все отрастать. Рыночная капитализация у нас 474 тысячи, и давайте посмотрим еще по холдерам, сколько их на данный момент, да, то есть холдеров здесь 3012 человек. Как мы видим, у нас 31,5% сожглось, да, то есть отправлено на нулевой адрес, соответственно, у нас это все дело сгорает. Итак, сегодня я приобрету, как я и говорил, на 2 BNB данные токены, да, и, соответственно, закину их стейкинг и буду на этом зарабатывать. Приобретается у нас все это дело на PancakeSwap, либо же на Pucoin, где удобнее, мне удобнее на PancakeSwap. Да, я буду покупать за BNB, коннектим также свой кошелек, соответственно, и приобретаем. Также необходимо поставить проскальзывание, да, давайте поставим 20%, ну, здесь имеется налог на каждую транзакцию, но я думаю, 20% будет достаточно, да, то есть ввожу сумму и, соответственно, нажимаю кнопочку swap, подтверждаю все это дело. И теперь MetaMask также необходимо подтвердить, да, то есть комиссия здесь маленькая, получается 0,001 BNB-шки. Нажимаем подтвердить, и, соответственно, наша транзакция ушла в блокчейн. Да, вот она, мы ее здесь видим. Вот она у нас транзакция, и мы ее можем даже посмотреть. Да, то есть вот она у нас в блокчейне. Ждем, пока она у нас обработается. Все, наша транзакция обработалась. Мы приобрели с вами токены. Да, 649 получается 1573 токена GEN. Да, то есть вот они у нас есть. Теперь мы идем опять на панель и, соответственно, отправляем наши токены в стейкинг. Итак, мы с вами на панели. Давайте обновим, чтобы увидела наши токены. Да, еще раз подключить кошелек. Ну и, соответственно, доступная сумма, как мы видим, да, то есть у нас здесь все это дело показано. И мы можем отправить ее в стейкинг. Да, то есть мы вводим сюда всю нашу сумму. Да, то есть копировать, вставить. Здесь мы, кстати, давайте подтвердим все это дело в MetaMask, да, что мы отправляем, подтвердить. Итак, первую транзакцию мы с вами одобрили все это дело, второй транзакции нам уже необходимо положить. Еще раз нажимаем стейкинг и опять идем в MetaMask, да, то есть опять подтверждаем нашу транзакцию, подтвердить. Вот у нас токены, да, ну и, соответственно, они сейчас должны у нас улететь. Итак, у нас транзакция подтвердилась, как мы видим. Итак, как мы видим, все наши средства, получается, упали сюда. Ну, за вычетом, конечно же, сборов, да, это 6500, получается, токенов. Комиссия за ставку 0,5%. И когда вы будете снимать, у нас будет комиссия также 1,5%. Это тоже учитывайте, да, то есть, и когда, ну, точнее, не ложите там на один день, соответственно, ложите на подольше, и чтобы на этом заработать. Также здесь имеется реферальная программа, можно еще зарабатывать на этом. Я свой кошелек оставлю, да, вам необходимо будет его вписать, и я получу небольшую надбавочку. Да, конечно, если проект вам понравится, вы будете туда заходить, то обязательно, да, вводите его. Ну и, соответственно, забирать потом, вот на эту кнопку нажимаете, когда у вас накапает, и можете забирать. Ежедневный доход у нас 0,14%, достаточно неплохо. Ну что же, давайте подведем итоги. Мне проект понравился, здесь можно заработать, да, то есть, ну их токен постепенно растет, можно отправить стейкинг.
и, соответственно, зарабатывать на стейкинг. Ну, все мы помним, да, о рисках. Криптовалюта – это большие риски. Здесь можно как заработать, так и потерять. Я никого не призываю инвестировать в данный проект. Я просто высказываю свое мнение. Инвестировать сюда или нет, решайте, пожалуйста, самостоятельно. Для этого я оставлю все ссылки в описании, чтобы вы могли ознакомиться с проектом и принять уже решение, стоит в него инвестировать или нет. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита. И всем пока!